«Зимние ели», автор Александр Сляднев. Художник советского периода родился в 1939 году в Новосибирской области. Член Союза художников СССР. Работы Сляднева представлены в Новосибирском государственном художественном музее. Картина «Зимние ели» написана в 2000 году маслом на арголите, обрамлена в деревянную раму. Размеры художественного полотна 130 на 35 сантиметров с рамой 40 на 54 сантиметра. На картине пейзаж в зимнем лесу. На переднем плане художник изобразил ели, укутанные в снегу.